Всем привет! Сегодня будем с вами постройки Меня. F пукану. Ну да, тебя. Это не нас. Самое? Так, погоди. Самое. Короче, не самое. Я самое вкусное приберегу под конец. Что? Самое вкусное надо в вкусном месте показывать. Это корабль. Тут у меня. Это машина смерти. Это двигатель, да. Ты что, меня в двигателе это закрыл? Я делал это с другом. Зачем меня? А если бы ты бы не упомянул друга, то у меня тут поломалась маленькая часть. Ну, если что, это дело друга, не я. Ну, все сваливаем на друга. Да. Бедный Чио, Чио оскорбляет. Вот, в общем, вот это все делал я. Ну, и в холодильник делал. Та часть, которая сломалась, делал твой друг, а то, что хорошо, это делал ты. Логично. Так, ну тут получается... Сделай эту кнопку красной, пожалуйста, прошу тебя. Кнопку красной? Да. Вот тут вот есть разные кнопки, которые показывают. Зеленая — это обычная скорость. Средняя — это более большая скорость. А красная — это самая дикая скорость. Не дикая. Дикая скорость — это... Сейчас покажу. Это когда все горит таким. Ну давай красную скорость. Не нажимается. Заскамил меня. Не нажимается, да. Меня заскамил. Я тебя заскамил. Скамер. Там он в некоторых местах... не доделан, потому что я... Короче, у меня половину построек не доделано, заранее говорю. Надо много доделать. Построек у меня доделано. Как это флаг так скрутился, если ветер дует туда? Хотя тут ветер вообще никуда это не дует. Это ветер? Просто когда едешь, ветер типа дует туда по логике. По логике, да. Давай, поехали. Еще там сзади крутятся эти бинты. Тут этот диван насквозь проходит крышу, смотри. Я знаю. Это что за магия? Крыша просто тонкая, у меня... Нет, мы Чио забыли. Нет. О, там это крутится, как это называется, пропеллеры. Да, я тебе так... Остановись. Я тебе это сказал. Остановись. Может, Чио? Водка. За Чио? За Чио. Я его спасу. Давай, я за Чио пойду. Ой, ты что меня? Спасли! Ты меня... Где? Как? Пошли. Теперь Чио, меня спасай. Внутри. Меня спасай. Давай. Ты меня наоборот придушить хочешь? Нет. Блин, спасай. Мне придется убирать. Спасти не ухо. Да. Я пошел спасать Чио, но чуть сам не погубил. Стоп, ты что, его смог сюда-то толкать? Да. О, он на столик сел. Я знаю, я его смог туда-то толкать. Ты только что взял, поймал Чио на лодке в дверь. По двери он скатился вот сюда, забежал во вторую дверь. Попал на стол, чтобы попить чай. Да. Что за магия? Там у меня можно мне наверх? В холодильничке другом кока-кола. Наверх? Да, ходи, конечно. Кока-кола? Я кока-колу не пью. Так. Тут я могу свет включать. Там просто тут не столик стоит. Я свет включил, если что. Там внизу, кстати, когда свет включен, там более красиво. Внизу. Да что такое? Включен. Вот ты на меня посмотри. Я на втором этаже. Так, я знаю. У меня там почему-то, короче, я, в общем, делал, сохранил, загрузил, и у меня почему-то так стульчики работают. Я не знаю. Я не знаю, как это пофиксить. И я не знаю, почему так. Почему я так смотрю и не могу своими руками докоснуться до еды? Обидно. Ой. А там другой. Сторону. Блин, там вкусный тортик. Вкусный тортик, а я не могу на него смотреть. Ладно. Давай вертаться. Ой, возвращаться. А лазу? Давай. А ты где? Ты водишь. Все, ты водишь. Ну ты куда убежал? Я тут. В каком месте? Я, конечно, супергерой. Я спас Чио с помощью двери. Двух дверей. Мастер. А еще я как-то сделал так, чтобы его не переломало от моих пропеллеров. Ну, это останется загадкой. Чио сейчас вывалится опять. Ладно. Загружай следующую постройку, а я сейчас протараню бедное дерево. Так, что я это показал? О, вот эта постройка. Показал, показал. В общем, я долго потел. Долго потел. Чтобы сделать хеликоптер. Чтобы сделать очень красивый след. Смотри, он не тонкий, а вот такой широкий. Блин, мне кажется, что ты тут поставил огромный гарпун. Ты увеличил его 10 раз. Показать, сколько там гарпунов? А я знаю, ты их надюбал. Я тоже так хотел сделать. У тебя столько гарпунов? Да. Ну ты геймер. Ты вообще сколько билд-бот играешь? На F, смотри, на F турборежим. Как будто вот эта турбина работает же, когда турбина, такой след остается. Угу. На F нажми, у тебя будет турборежим. Ты очень быстро бежишь. Я упал! Бедный ты.
О, я приземлился не по закону бутербродов. А если ты будешь вправо-влево очень быстро нажимать, то ты вперед очень быстро поедешь по турборежиму. Турборежим? А что, красивый да. след, как будто такой запах ароматного чая или кофе, или даже бутерброда. Я сначала хотел, эта тачка вообще называется Вольткар, я ее сам придумал. Ну, типа, я взял идею с Вольтбайка. Только байки не такие вообще-то бывают. А, нет, Вольтбайк это типа такой футуристический байк. Я летаю, побил ты бот. Ой, мне не хорошо. Полетел. Мне не хорошо. Я расцветаюсь. Вся фишка этой тачки это след. Ну, плюс, да, большой. Можешь загрузить следующую постройку? А, да, без проблем. Сейчас. Неоновый бок. Во, подвеска, которую я почти слезал с собой. Вот тут такие у нас дороги в мире. Что поделать. Да. Постройка, которую почти слезал у Сондера. В каком смысле? Ну, вот так вот. Я взял подвеску Сондера и немного переделал. Трасса. Ой. Я думаю, под таким углом дороги наши не дойдут. Тебе показать, как этот, как по ним проезжать? Не обязательно, я знаю. Я видел, как на гонках заезжают там, используя магию. Так, ну тут есть такие преградочки. Так, по дереву, по деревьям, наверное, лазить не умеет. Вот это я мастер, я еду. Ой, не знаю. Она еще очень компактная. Так, проблема прикольно. В том, ой, что... колесо. Спасай да, колесо. Меня... Ну, колесо коллизии выключи, потом включи. Будет все норм. Я знаю. А почему тогда не сказал? Я готов. Просто... Включи коллизию. Колесо. Оно все равно... Оно все равно просто почти не... Я бы, знаешь, что сделал? Я бы тачку еще больше... Давай! Ой, блин. По виду. Просто проблема в том, что из-за хитбоксов этого... Смотри, какой эпик момент только что испортился. Я бы вот так бы пролетел, было бы супер красиво, а теперь я застрял. Карпуном меня притащи. Нет, знаешь, что я сделал? И камнем вниз. Ой, блин. Ну, в принципе, было хорошее решение это сделать. IQ 100. Так, IQ сейчас. IQ 1 400 800. Чего? Почему именно столько? Сейчас я буду заезжать там. Под углом, нет. Ну, хотя бы не закон бутерброда. И то она, хорошо. Кстати, почти нет. Она почти не переворачивается. Я вот ни разу, когда... Ну, закон бутерброда это переворачивание как бутерброд. Маслом вниз. Знаешь, почему она не переворачивается? Там внизу грузик есть. Ну ты гений, конечно. Поэтому... О, эпик момент! Получилось! Еще да. хочу. Только... Еще хочешь? Да. Так прикольно ехать под углом 30 градусов или 31. Дай... Погоди, дай я еще раз загружу. Я хочу это... Дюпай? Скопирую себе тачку. Я скопировать себе хочу. Дюпай. Сейчас забаним дюпаем. Тебя за дюп. Хоп. Перекрась все, себе... Дюпаем. Мне в синий, тебе в красный. Нет, мне в красный, тебе в синий. Ну, тебе сам выбирай цвет. Я хочу красного цвета. Давай, жду. Я зеленый себе оставлю. Ну, потому что мне лень перекрашивать. Ну, ты нитяй. Ну, я и дятел, да, все. Ой, у меня зеленые стекла остались. А это что за тюнинг такой? Сейчас, остановитесь. Меня этот, заскамили. Заскамили на 100 рублей. Давай, покрась уже. Ладно, я да поехал. Сейчас мне ты едешь. Мне и так нет. хорошо. Если поставить светящийся момент на максимум, то вообще жесть будет. Ой, не надо мне жесть. Я хочу просто спокойно проехать, хорошо. Чтобы было все. Ай, ты что сделал? Выключайся момент. Я а застрял. Ты перевернулся. Все-таки закон бутерброда. Да. Коллизия. Не обмануть. Опять не эпик момент. У меня коллизия нет. Что с тобой? Тебе помочь? Я черепашка. Я еду спасибо. Помогать тебе. Спасибо. О, помогать я умею. Сейчас я заеду. Колесо починю. Поехали. Да как? Что да как? Давай, всё. Давай, эпик момент. О, красиво-то как проехал. Я трассу немного еще собираюсь сделать. Я собираюсь сделать вторую такую же дорогу, но уже прям вверх-вверх. Сделай вообще до неба. Чтоб покруглее, чтоб покрасивее. Ну все, давай напоследок таран и смотреть следующую постройку. Типа мы без... Ой. Ой, давай. Зацепились. А, всё. Включайся момент на максимум, я улечу в космос. Ага, хорошо, как хочешь. Ой, я фиксирую, написал. Сейчас. Включай. У меня не ставится опять, да, ё-моё, сервер. Ой, да, только не вылетай. Я не могу, у меня сервер. Сейчас, что я с сервером? У меня не ставится включающийся момент, я кликал, у меня не работает. Так, а вот теперь-то уже. Ура, он заработал. Готов? Все. Да, готов. Убери вон там опору на дороге. Впереди, прямо меня вот. И там тоже. Я... Готов? Я сейчас улечу в космос. Стоп, погоди. Ой, что я сделал? Сейчас, еще раз попробуй. Попробуй еще раз. Я не могу. Погоди. У меня машина танцором стала. Ну, блин. Попробуй. Давай я тут проеду. Сейчас. Уи! Вообще, как будто играю в какую-то игру по машинке. От первого лица вообще кайфово. Попробуй.
кайфово? А пироль стал. Отойди с дороги, человек. Не, не так эпично. О, все, давай смотреть следующую постройку. Я накатался, а я бы еще покатался. Так, эту я показал. Это у меня что-то постройка забыл. Ой, блин. Уф, хорошо, что ты запустил следующую. А, так, забудь. Это у меня бред. Так. Вот это ну, у меня типичный. Такой недоделанный паровозик через всю карту. Я просто его где 5 месяцев назад паровозик? Делал. Паровозик? И... А я думал, вот эта подставка, это паровозик. Я его просто 5 месяцев назад сделал, мне было грустно его выкидывать, потому что я на нем так потел. Ну, декора на нем нету, но он паровозик. О, он падает! Он падает! Блин, эпично. Это ж какой силой обладает твое касание пальчиком. Так, куда ехать? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А чё паровозик без декора-то? Просто олень. Олень. Я пельмени просто. Пельмени такие. Еще она очень короткая дорога. Дорога короткая. Ничего, сейчас вам прыжок в бездну хватит. Ой, блин. Это что за... Блин. Мы будем ехать. Мы будем жить. Сейчас. Что-нибудь сделай. Сделал. Лол. Что ты сделал? Я выключил коллизию этой штуки, она не это. Там было три две. Выключил всё. Гениально. Ай, она поломалась. Будем ехать вперед, что сказать. Теперь назад. Теперь опять вперед, теперь назад. А почему у нас колес нету? Ответь мне, пожалуйста. Что ты потому с колесами что, сделал? Потому что они плоские. Ай, что, ты видишь, что это было? Погоди. Что с твоей футболкой? У меня руки нету, это что с рукой? Что с твоей футболкой только что? У 3D одежды явно баги. Я не знаю, ты видишь, что с моей рукой? Что это такое? Не, ну что это было, когда она растянулась? Я не знаю, у меня камень дотянулся. У этой 3D одежды большие проблемы в билдсаботе. Ну ладно, рассетаемся. Поезд это, конечно, круто, но он уже двухколесный. Да. Нас бы так в космос запустило, так же скажи спасибо. Можем смотреть следующую постройку. У меня осталось это. Кто показывал? Это. Все, у меня осталось две постройки. Две самые крутые вроде как. Самые три. Эту ты видел? Это я видел. Да. На стриме вроде бы. Да. Но мне там механизм ходьбы понравился. Это что за штука? Это... Я, кажется, понял, как ей надо пользоваться. Это, покажу. Тут, короче, есть два режима. Режим... Опа! Растяжка, затяжка. О, смотри, я нашел применение. Ладно, это прототип... трогать мы не будем. Мы сами... Это просто был прототип ноги, так скажем. Смотри, ноги у этого робота пружины. Есть два режима. Обычный режим, ну вот прыгание просто. А есть прыг... режим... Ай, блин, ты на меня упал. Придавили? Нет, я не буду прыгать. Ты взял меня в уху, превратил в настоящую. И режим ходьбы. Сейчас я его врублю, я врубил. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Это лучшая ходьба в мире. Там живой? Выключи режим ходьбы, я хочу прыгать. Я бегаю тут. Ты крутишься на аттракционе. Ой. Да. Аттракцион? Выключи ходьбу. Я хочу просто прыгать, наслаждаться жизнью и делать всех ухой. Хочешь прыгать? Да. Хорошо. Нажимай. Все. Теперь я буду... Ой. Да что это такое? Во. Вода. Не, у меня немного не получается. Я не освоил прыгание и превращение людей в уху. Ну, супчик. Я знаю. А можешь заново загрузить, чтобы этот... Я тебе могу показать, как на нем прыгать. Ну, покажи. Сейчас тебе покажу и расскажу все. Я вот тут творил. Да. Так. О, там осталось мое гениальное изобретение. Нет. О, смотри. Красный ускоритель. Он. Оно осталось до сих пор. Да ладно. Как? Ты пока там все оборудуй. Стой, подожди. У меня есть один... Гениальный эксперимент. Для этого эксперимента мне понадобятся таймеры. У меня еще была пчелка, которая может махать крыльями. Смотри. Я ее заменил на этого. О, смотри. Сейчас. Гениальное изобретение. Хоп. Тебе за это изобретение должны Оскар дать. Что должны дать? Оскар, ты изобрел вечный двигатель. Вечный двигатель, который иссякнет через 10 секунд. Стой на месте. Вот твоя награда. Блин. Это вообще было некрасиво с твоей стороны. Ладно, давай. Можно я? Чтобы ходить вперед, надо нажать это назад. У тебя с пушками все нормально? Я, в принципе, примерно... Нужно резко нажать вперед. О, ты меня уже 10 раз в космос запустил во время съемок. Блин, вот что это такое вообще? Это... Ты лучше бы себе стульчик поставил. А то тебя сейчас в лепёшку превращу. Не, нормально. Не замечу. Ты же видишь, я как-то живу. Опа. Он это да, попрыгунчик. Вот попрыгунчики из 3000 года. Это попрыгунчики из будущего. Сейчас попрыгунчики это мячики, а потом будут такие, хопа, скорее всего. Потом будут такие, которые города будут разрушать. Ну, и у всех ухов превращать в лепешки, как ты меня. При первом своем прыжке. Ну, какую уху? Уху никто не ест. Все.
Этот вопрос закрыт. Так, тут есть такие, типа, пушки. Так, награда тебе за то, что ты меня раздавил 10 раз, вот. Ай! Теперь я тебя раздавил. Тебе там хорошо. Знаешь, какая у меня к тебе награда? Какая? Думаем. Сейчас. Что же это за хорошая награда такая? 5 seconds, please. Ой, блин. Ой, сейчас. Ха-ха, ПВП не включил. Мне надо убираться с этой военной зоны, а то они сейчас не сдобровать. Сейчас тебе такой не сдобровать. Ой, блин. Остановись-то. Пожалуйста, не надо. Я просто хотел видео снять. Оно не заплевателось. Ой-ой-ой. Оно не запри... Погоди, оно не заплевателось. Это хорошо. А, оно ко мне привязалось. А, блин. Ха-ха-ха. Ну ладно, давай я сам взорву. Все, самую качественную постройку, да? А, оно не взорвалось, да? Ну давай дальше.